Всем привет! Если нужно, например, поставить резьбовую заклепку вместо, а ключ туда не влезает, заклепальник, то вот есть такой вариант. Ставим заклепку, зажимаем ее плоскогубцами или вот лучше вот такой пинцей, закручиваем болт. И потом ключом начинаем зажимать. И заклепка начинает зажиматься. Потом откручиваем болт, снимаем пинцу и смотрим на результат нашей работы. Вот смотрите, что получилось. И ключ тогда нам даже и не нужен. Если нет пинцы, можно использовать плоскогубцы. Только тогда вам понадобится помощник. Всем пока. Хороших просмотров.